Салах Абдесалам признался, что не смог активировать пояс смертников в Париже или вообще не захотел это делать, потому остался жив. Об откровениях Абдеслама рассказал его брат Мохаммед. Он посетил Салаха в тюрьме. Террорист собирался подорваться у стадиона Стад-де-Франс, как и несколько его участников группы. Его, если можно выразиться, коллег. Но вот в последний момент этот боевик придумал, я процитирую его слова, «не пошел до конца». Напомню, спецслужбы Бельгии задержали Абдеслама 18 марта с момента трагедии в Париже, которая унесла жизни 130 человек. За ним охотились силовики вообще всей Европы. Но предотвратить новые теракты в Брюсселе 22 марта все равно не удалось. Их организацию также приписывают Абдесламу. Сейчас экстремист ждет экстрадиции во Францию. Судить его будут именно там.